Регистрация на вечерний сателлит. Кресло. Диана. И Вован. Чемпион СПТ. Победитель. Обладатель $15,000 США. Вов, расскажи, как это было? Было весело. Проиграл очень большой банк на финалке. Оставалось у меня 1.5 блайнда. Ну, как бы высшая сила распорядилась так, что сделал очень удачный камбэк и. Ну и рванул. Ты отобрался в Молдавии, в Кишиневе? Не, я отобрался еще на прошлом РПТ в мае, в июне, да, который не состоялся в Одессе. Вот, и, ну, пришлось как бы уже завершать миссию на РПТ Киев 2013. Ну, судя по всему, ты такой на расслабоне и крайне доволен своей победой. Ну, да, я как бы не ожидал, на самом деле, что так получится. 1.5 блайнда – это такой стек, где, ну, обреченный, в принципе, на… Ты считаешь, что 1.5 блайнда – это стек? Ну, это стек. Все равно, он есть, пока он есть. То есть я в игре, и все возможно. Люди там с малого блайнда выигрывают на всопе турниры. Сколько человек оставалось на финалке, когда вот ты так упал до 1.5 блайндов? 8 матов было. То есть ты уже был, а ладно, 1500 заберу и поеду к себе домой, а тут да бац. Не, ну я ничего не думаю, что у меня игра такая, все возможно. Не первый турнир с короткого стека выигрывают. Какие планы на оставшиеся серии? Ну, сейчас сложно сказать. Ну, отыграем все, что там получится по силам. Как тебе массаж от Дианы? А, вот это уже такой нескромный вопрос. Диана, все хорошо. Спасибо, и удачи тебе. Лучший массажист на этой серии, поэтому... Поэтому все прекрасно. Спасибо большое.